Игра «Появись». Вот, прекрасно. Продолжаем. Все, все нормально. Не-не-не, мы с тобой не договорили, чувак. Да. Но нет. Да, пардоньте. Я забываю, что я их выключаю на ДНД. What happens on this station? This is Hermes Station. Our communications uplink with the wider galaxy. If you hadn't destroyed the dish in time, the outcome would have been catastrophic. Tell me more about Project Overlord. We wanted to turn the guests' religious impulse into a weapon. When we saw them following Saren, we realized they could be swayed. And if a proper figurehead was created, a virus with a face, if you will, the Geth might be controlled. Нет. That's an ambitious Но undertaking. Обычно говорят, что It would очень be the perfect громко. Weapon. Но могу Victory сделать. Without casualties. We could avoid war with the Geth altogether. That was the plan, anyway. Сейчас договорю What can тогда. You tell me about Atlas Station? Atlas Station is the main laboratory where all of our VI experiments take place. It's your final goal once you've overridden the lockdown. It's also where my brother became something else. I'm heading out now. The other stations are all within driving. Давай тогда попробуем сделать так. Я и так сделал громкость звука. Ну давай 50 сделаем. 65. И саму игру. Ну, 5% громче. Вот. Раз из фантастиш, а куда мне теперь идти только? Ладно, я пойду куда-нибудь. Дальше разберемся. А, это тела мертвых. А, мне надо на челнок. Окей. Я буду скипать эти выезжающие. Doesn't matter which one you hit first, but you can't enter Atlas Station until you've dealt with both. Also, keep an eye out for Cerberus security mechs. The VI has like you taken control of them. Archer out. А чё он так хуёво? А нет, всё нормально прыгает. Кто-то там летает на четырех крылышках. Лево. Отлично будет найти. То с речью стало чуть получше. Блин. Освещение какое-то говняное. Ща.
А, яркость можно убрать. Так, это будут роботы, значит, ты моя родная. Ты же, у тебя же есть импульс. Область перегрузки, да. Кого еще перегрузка? Вообще должна быть у Мордина, на самом деле. А нет. Есть перегрузка? Да, есть. Пойдемте, дамы. Касуми. Все еще нет. Давай деформацию немножко сделаем. Сейчас я настрою две перегрузки, чтобы они были примерно в нужном. Мой стиль вождения. Да херня вопрос. Я аккуратно как никто. Если пызы. Ага, понятно. Здесь что? Дата. Это Иридий. Фух. Я надеялась, что я здесь найду дату, но, видимо, не только в средней полосе. Назовем это так. Сейчас будет мой любимый джамп-пауза. Thruster velocity is inadequate to clear the wall ahead. Warning. Automated controls. Такс. Нужно больше перегрузок. А, у нее тоже есть взлом. Но мне нахер он не нужен. Кстати, Касуми теоретически тоже может взламывать. Как она талантливая воровка. Ну, на мой взгляд. Я могу тебе так продамажить? Могу. Можешь лечь обратно. Не поднимайся. Есть несколько. There we go. Так. Тиф синтетиков. Mm-hmm.
А черт, нам дальше ехать надо. Ой-ой-ой, какой грозный мальчик. Ругается весь на себя. Хочешь, поговори? Нет, не хочет. Бреднятина ты. Вот что я могу сказать. И за вредность получишь. Давай, ты сможешь забраться. Ей. О, oh, no. Why? А куда мне после этого? Это, конечно, все хорошо, но... А, мне туда надо доплыть. Заебись, ладно. Планета лава! Нет, не поздненько. Было раненько, и теперь еще средненько. В плане... Привет. Один стрим уже был днем. Просто у меня ДНД в это время, в понедельник, с 20-30 до сколько-то там. Эть! Ладно. Угу. Опа. О, бля! Окей. Ух! Это было хорошо, ладно. О, да. Особенно, как мы заставили гигантского ящера блевать, срать и копать траншеи твоим членом. Звучит вкусно. Хотя я здесь все рыбы, наверное, только лосось люблю, да и гребешки. Так, хватит! Хватит! Умри! Корешку терпеть не могу, блять, ненавижу один запах. Просто готова убивать. Она пахнет просто омерзительно. Нет, корешка пахнет просто отвратительно. То есть, когда я ее чувствовала... В Питере, когда заходила из школы, я просто перебегала на другой конец улицы, потому что невозможно, она воняет. Хуя! Да что ж такое-то? Ладно. Сейчас все будет. Вот срань. И причем не сохранится там.
Ну да, запах сырой рыбы меня не прельщает абсолютно. Интересно, долечу, не долечу. О, грация. Да что ж такое-то? Теперь я не могу запрыгнуть нормально. Стоп. Стоп! Я же нормально два раза запрыгивал. Что со мной стало опять? Да, я так же делаю. Я просто был интересен, смогу ли я убегать от них, но, видимо, нет. Сейчас уже смогу. Эй! Не-не-не-не-не-не-не-не! Все, норм. Его патроны даже не касались меня. Что это было, блин? Херня. И это все ради 800 иридия, серьезно. Говно. Так, куда мне теперь? Туда нет, значит мне туда надо. Игорь, а что ты делаешь? Ты нахера мне эти джамп-пазлы? Я надеюсь, мне не надо будет обратно вот этого делать. Уйнули. Да. Ну, благо, я думаю, сейчас было сохранение. Если нет, то я сделаю. Так, патроны на мне. О, я обожаю быть снайпером. Одна из самых удобных, приятных профессий. Клепать голову — это прям отдельный вид удовлетворения. А там что-нибудь есть? Наверное, да. Тут есть блок данных. Понятно. Представляю. Так
перегрузка мало бьет. А, я могла их так убить, окей. Нет, таким снайпером я бы вряд ли играла, сейчас не скажу. Где она? Сколько у вас дронов? Так, моя цель — расхерачить эту станцию просто так, потому что я могу. Так, ну это хотя бы приятно. Сволочь. Да, вот смотри на меня. Видишь меня? Нет. Мы не можем взаимодействовать с этим, к сожалению. Вижу роботов. They see you, Shepard. О, и мир. Сука. Ладно, я сначала сниму эти твари. Летающие дроны. Так, все. Так, ну, Миранда, да, лучше отойди. Он неплохо бомбит. Так, патрончики у меня, кстати, усё. Приму в дар любые патроны. Пожалуйста. А вот они. Что-то я в глаза долблюсь.
Так, ну, поехали. Поверни ручку, солнышко. Слушай, а он что-то хотел с нами поговорить о чем-то. Доктор, we've hit the override at Balkan Station and are moving on. Нет, я не буду его убивать, он мне не мешает. А, ну ладно. Shepherd out. Да бегал бы по кругу, что он вам мешает, что ли? Так, получена подтверждающая команда со станции Вулкан. Оно не попало в меня, ну харе. Ладно, это попало. Как уж и быть. Ау. Ну ладно. Я надеялся, он умрет быстрее, чем я. Ой, хер с ним, ладно. Да. Смотрите, какая красота.
Scans indicate VI infection is present in nearby turrets. Oh, fuck! Это станция с очень интересным местом. Ой. Короче, это станция Цербера, где они проводили интересные эксперименты, и все пошло как всегда по пизде, что обычно и бывает в Цербере. И мы теперь чистим это все. Так, животинки аккуратно. А, мне туда надо? До свидания. Ну, Альянс не успел подключить зенитки. Точнее, они хотели подключить зенитки, но была проблема. Не хватило электричества на зенитки и все остальное. Ой-ой-ой-ой! Почесаться я решила, молодец. Так, 4. Блин, хотелось бы их найти. Благо, я вышла из предзубного возраста даже в Израиле. Хотя, может... Нет, нет, стоп. Может, там все должны служить. Я сюда отпустить, я точно не помню. А надо стоять. Осталось последнее. Надеюсь, она будет по пути. Иначе это будет очень обидно. Интересно, там есть что-нибудь, или мы оттуда пришли? Придется посмотреть. Нет, вот последний датапак.
Как узнала, как узнала, как узнала, как узнала. Найс. Теперь я могу спокойно ехать. Куда мне надо? Надеюсь, мне дадут какой-нибудь плюсик в резюме за то, что я все нашла. Мои биотики. Точнее, не биотики даже. Террористы. Взломщики. Но генераторы тоже. Warning. The VI infection has assumed control of the Geth cannon. Warning. We are being targeted. Я тут. Я тут. Warning. Geth cannon is locking on our location. Божечки, а что меня так отхерачило-то? Божечки. В смысле ты не попал? Так-то лучше. Лошпед. Ты уничтожил свой генератор? О, no. До свидос, до свидос. О, нет. Я думаю, что одно попадание, и мне был бы конец. По крайней мере, на этой сложности. Personal injuries or death that may occur.
Спасибо. Как ты тут? We just got word Atlas Station wants a dozen more guests for the experiment. And I hope this means a breakthrough is close. Вот это меня смущает. Это Prime. Prime ему обычная чашка. Ну, если не ошиблась, если это какой-нибудь Альфа Прайм. Знаешь, ты бы сменил свое мнение, на мой взгляд. Не ругайся на меня, я хорошая. Ау! Узбогойся, а! Он закрыл передо мной дверь. Сволочь. Ты же не собираешься их пробуждать, да? I hope. Научись говорить нормально. Так, хватит закрывать за мной двери, а ну. Гетов тут, конечно, немало, я сказала бы. Не хотела бы, чтобы они пали, честно скажу. При том, что гетты не особо охотно пускают патроны из себя. Я просто надеюсь, что они все мертвы. Ну, в смысле, вообще не поддаются восстановлению. Даже если их возьмут под контроль. Но я сомневаюсь, что все будет так прекрасно, да? Я не понимаю, что ты говоришь. Серьезно, мне очень тяжело тебя понять, дружок. Как говорится... Вынь киберчлен изо рта и говори нормально. Правда? Ядрить, как вы уменьшаете мой стресс. Прям теперь не знаю, что делать с этим отсутствующим стрессом.
А я могу только один двигать, да? Окей. И я, получается, пойду примерно никуда. Окей, здорово. Мне нравится. А, нет, я смогу несколькими. Окей. Перфектно. А, тут что-то еще есть. Подожди ты. Я туда хочу так-то. Кредитов, серьезно? 600 кредитов. Припоцыпали по-божески, я даже не знаю, на что потратить эти благородные 600 кредитов. Примерно не на нихуя, потому что это не деньги. Лучше бы тысячами давали. Серьезно. Ладно, это уж чуть лучше, но все равно, если учесть, что улучшение стоит, простите, 90 тысяч, сколько я должна таких ограбить? Да ну ёбаный корёбаный. And there's the catch. I knew this was too easy. Я тоже. Come on, let's move. Мне кажется, он не собирался нас атаковать. Hostile guest activity detected. Да, мне тоже нравится. В плане, он что-то хочет нам сказать, но не может. Так, сука, напечатай! Бледина ты, вишня! Чё, не знаешь? Конечно, ты соус. Не проблема нас увидеть. Ну так, куда всего прячемся? Ладно, твоя жопа отлично закрыла гетто. Спасибо. Это отсутствие патрона я посвящаю тебе. Ну, где-то охотник. На тебе в руку, тварина. И у тебя ракетчик в голову. Ты меня-то сильно бесишь. Ты еще тебя исцеляет? А, вижу. Ты с ним разберешься, я в тебя верю. Now you see me. А, еще сверху кто-то стоит. Ну, не очень. There we go. Ничего нету, что я могла бы захват тастать. Выгробастать. Так, давай. Эть! Нет? Давай еще раз. Ты сможешь. Да ты чё? Что, еще скажу, что это гетто? Это, конечно, прекрасно. Жопка в прицеле — это замечательно, пока она не мешает убивать гетто, которая разносит меня с полтычки.
Давай-ка вот так тебе. А? Как тебе, понравилось? Здесь нет. Это не точно. Патроны бы! Все хорошо. Ура! Вот они. Вдруг здесь что-нибудь есть? Нет. Ну, кстати, с задницами у них в этой игре все отлично, на мой вкус. И с телами, в принципе, здесь женские тела очень эстетично. Ау. Это пистолет-пулемет. И, кстати, это новый пистолет-пулемет, который немножко лучше, чем предыдущий. Поверь мне. Предыдущий у него была отдача дикая и еще что-то. Ну, еще здесь играет роль то, что я играю против синтетиков. У меня специальные против синтетические патроны. Мне так с рукой он нравится, он очень смешной, такой. Опс. One less. Давай, давай, ты сможешь перелезть. Тяжело это периодически дается. Тут еще что-нибудь есть клевое? А вдруг? Камера. Привет. А, да. Извини. Извини, ща. Потибегаю тебе. В смысле, я не приседаю? Ладно, извини, потибегаю. Обшиблась. Пошла дальше. Есть. Это называется... Они сделали три действия на одну кнопку. Это все Shift. Shift ты бежишь, Shift ты взаимодействуешь с предметами, Shift и W ты перескакиваешь через объект. Они мне отменили. Почему его не подтибегать? Я знала, что это прайм. Сука. Ух, куда? О, стоп, гет-разведчик. Ау. Ну, посмотри, что ты за меня теперь, да? Got cloaks? Yes!
Так, боевой дрон. Вот, кстати, как выглядят дроны. Кому было интересно. Блять, вообще не попадает. Угу. Ой, ты мой незаметный. Ёб твою мать. Блять, вот это уже плохо. Так, у нас остался только Прайм, я надеюсь. Нет, не только Прайм. Ну, мне кто-то успел уже умереть, да? Так, ну Прайм, по-моему, был единственным врагом. Прям представляющим угрозу. Но кто-то еще не умер, потому что мои сопартийцы не встали. Так что где-то спрячется маленький Гет, которому очень не хочется выходить. И я в душе не знаю, где он. Но я могу выйти. Так, получена подтверждающая команда с Прометея. Такие ресурсы. Ничего интересного. Ни одного уровня не дали. Посмотрим, что мне скажет VI. Мне все еще кажется, что он хочет со мной поговорить. О, да. Вся эта планета очень красивая, кстати. Она мне прям нравится. Смотрите, как великолепно, я бы сказала. По-моему, самое удобное управление будет в третьей части, но это не точно. Так, нет, мы все еще не апнулись, мы можем идти так. Он был аутистом. И да, я в это играла, и да, я это знала. Но я ни хрена не помню. Пустишь меня? Спасибо. О, открой. Скучка. Я пошла б туда. Ну что ты начинаешь?
Да, я помню основные моменты, грубо говоря. Типа, что Архангел — это Гарус и прочее, прочее, прочее. Сука. Конечно. Я так и представляю, как он этим наслаждается. Я там слышала явно где-то. Так. Что у нас еще здесь есть? Это level 2. Arriving at level 5. А, у нас 7-й левел. Arriving at level 2. Так, а где arriving to level 7? То есть два раза сюда нажать, один раз туда? Или нет? Да ёб твою мать. Ладно, а если я несколько раз сюда пощелкаю, что-то сделаешь? Resetting elevator. Resetting elevator. Это просто resetting. Arriving at level 3. Arriving at level 6. System malfunction. Arriving at level 3. Arriving at level 6. А, окей. System malfunction. Arriving at level 3. Поднять. Arriving at level 6. Поднять. System malfunction. Честно, не помню. Arriving at level 3. Я думал, что это какая-то загадка с... Arriving at level 3. Ну вот, ресет здесь сделали. Еще раз поднять, да? Вот здесь. Arriving at level 6. Он все равно пойдет на 6-й. Arriving at level 3. Ну, можно два раза еще попробовать, конечно, но, по-моему, он тоже скидывается. System malfunction. Arriving at level 3. Arriving at level 6. Так, а дальше он сбивается в системе, если я нажму еще раз. Arriving at level 3.
level. Arriving at level 2. Mm-hmm. What level 2? Arriving at level 5. Может, так? Да. То есть эта штука откатывает, это добавляет 3 уровня, это 2. Окей. Блять, Прайм! Как я пошла? Нет, беги! Дрон! Я понимаю. Дрон, уйди. Я попутала, загоняю до смерти. Миранда? Ну ладно. Я не задаю лишних вопросов. Help me. Так. Ау. Enemies in front. Да я заметила. Да, ради финансирования Цербера. Действительно. Пытайся. I'll take it. О, да. Decelerator offline. Serious injury may occur. Блин, они нужный кусок кода, блин, закрыли. Неудаченько, я бы сказала. Хотя соседний такой же был. Ну ладно, пофигу. Какой первый заметил, туда и пошла. Ладно. Чтоб нет-то. Get ready. Don't be surprised if this button summons a Reaper. Ow. Я наконец смогу его понять. Подожди. Я ща пойду. Восстановлюсь. Make it stop. Я поняла. Ему очень больно, видимо.
Да, я здесь одна. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. Time on this project is running out. There are no options left. How to get the guests' attention? Ой, я у него имитация речи гетов. The robot says hello. Eureka, David. You're a miracle worker. Он говорит привет, а вы его пытаете. Ну что ж такое-то? David, I want you to order the geth to take a step forward. How does he do it? David is a mathematical savant. His autistic mind can interpret the geth language at its most basic form and mimic. Да, не может человек так имитировать. Cross-referencing the meaning as a snap. He's literally a human computer. And you think he can interface with the geth's neural network? I do. Is that even safe, Doctor? I see no harm in finding out. Действительно. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. David, can you repeat my notes from Thursday's experiment? Square root of 918.09 is 30.3. David, please pay attention. Loud. It's getting loud in here. I'm sorry. You didn't deserve that. Would you mind repeating my notes from Thursday's experiment? Log 137.3. The experiment yielded no discernible patterns of geth obedience. End dictation now, David. Hell, the elusive man will have my head for this. Thank you. And how are you feeling today? Square root of 924.16 is 30.4. Earplugs would be good. Mm-hmm. Посмотрим, когда я дойду. Если дойду. А, ну хотя бы в этом мире мне не надо взламывать. Да, он явно страдает. Я не помню, что здесь произошло, но я помню почему-то, что именно Ви мне было очень жалко. Ну, в смысле Дэвида. Не Ви, а Дэвида. Нормально? Ладно. Warning. Elevator exceeds maximum weight capacity. Я готова, make it stop. Не мешай мне. В смысле ты не выстрелила? Кусок прекрасного человека. Оу. Окей.
Так, патрончиков еще не найдется на всякий случай. Ой, комплектующие. Стоп, какие комплектующие? Что собрать? Где? Где? А вот они. Окей. Пойдет. We're ready. Open a connection to the Geth network. Quiet! David, no! Tell the Geth to stand down! Quiet, please make it stop! Node acquired. Normally, that's all too is within range. Attempting to establish upload. Ah! Stop. Вот он. Я рисовочку, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой. Неподходящее оружие, конечно. Окей. Это я попробую взять ППшку. Блять, еще второй. Блядь, где ты? Бля, да сколько вас здесь? Чёртов кабар. Да. Теперь я вспомнил эту машину. Да, пиздец. Жуткий пиздец. Это дело с своим братом. Охуенно, блядь. Wait. Commander. I'm begging you. Don't do anything rash. Rash? Like forcing your own brother into an experiment? I know how this Он не может закрыть глаза, у него же должны были они перед... You must believe me. It's not like I planned this. It was an accident. Да все это выглядит как ебаный пиздец. Мысли не было. Harmless? У него две огромные трубки во рту, глаза, которые не могут быть закрыты, которые пересыхают и адски болят. Он не может спать. Он висит, блядь, на ёбаных прибитых руках. И у него еще какой-то ошейник, блядь, ёбаный. Действительно. Это же так безопасно выглядит. Не причинит ему вреда. Даже понравится, как сказал. Ты ёбнутый. I saw his memory. He begged you not to do this. I was desperate. The elusive man doesn't broker failure. Any war we fight with the Geth will be bloody. I was asked to find a way to avoid that. И какова цена реально?
people who are too afraid to make difficult decisions themselves. When they pray for a miracle, they're really praying for men like me to make the tough choices. If my work spares a million mothers mourning the loss of a million sons, my conscience will rest easy. Look at him. Your brother will never be the same. The damage may not be permanent. He might recover some semblance of his mind. Да у него слезы текут, блядь. Cerberus will never leave him alone. Your brother will always be a lab rat. You're a well cared for lab rat. At least he'd still be alive. Это жизнь, блядь. So you'll sacrifice your brother's happiness for your own ambition. Square root of 906.01 equals 30.1. Убейся, блядь. What I've done to David is unethical. If he dies, it's unforgivable. Let me take care of him. Please. Quiet. Please, make it stop. I've seen enough of your cruelty to know he'll never be free from it here. I'm taking him away. No, leave him! He's too valuable! You even think about coming after your brother and this bullet will be waiting for you. Then we'll see who's valuable. Where will you take him? Тебе этого знать не нужно. Grissom Academy. They can help special cases like David. Minus the torture. Joker, contact the Academy and let them know we've got someone who needs their help. Aye, aye, Commander. The elusive man can fire me if he doesn't like it. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Square root of Лес, серьезно, посмотри на себя, родной. Это не Хармлес, блядь. Его надо было нахуй самого туда подвесить, чтобы он оценивал, сколько это Хармлес. Вышедший из-под контроля Ви уничтожен. Подопытный переправлен в более безопасное место, не подконтрольный Церберу. Несмотря на то, что подобное решение означает шаг назад для Цербера, исследования доктора Арчера могут перейти в более безопасное русло в попытке решить проблему управления гетами. Да, мое улучшение кожи. Commander, you've received a new message at your private terminal. Да-да. Аж взбомбилось. Брат доктора Арчера, призрак Шепард. Как я понял, вы доставили брата доктора Арчера в Гриссомскую академию. Я знаком с их работами и уверен, что ему там будет хорошо, несмотря на то, что я не одобряю действия доктора Арчера, он совершил настоящий прорыв в своей области, и мы могли бы обратить его открытие во благо. Хотя, боюсь, мы теперь не скоро найдем индивидуума, обладающего уникальными талантами Дэвида. Ваше решение объяснимо, но оно... отбросила на несколько лет назад проект, который должен дать нам возможность общаться с гетами. Я найду Легиона. Пошли вы в жопу, блядь. Зал, да. Давайте надерем ему зал. Завтра, видимо, за Тали мы полетим. Потому что уже 2 ночи, и пора закругляться. Чё-то эта миссия прям долгая была. Да, у тебя получился мапл, наоборот. Ладно, всем спокойной ночи. И сладких снов. Пока-пока.